Человек, о котором сегодня пойдет речь, при жизни, к сожалению, не был обременен высокими государственными наградами, не был увенчан громкими титулами, но был окружен народной любовью. Его роль в просветительском деле республики и в воспитании подрастающего поколения даже сегодня сложно переоценить. Он рано ушел из жизни, но свои 44 года сумел оставить за собой заметный след и огромное количество воспитанников, которые и теперь, спустя 38 лет, говорят о нем как о живом примере лучшего из педагогов и человечного воспитателя. Родоначальнику развития и продвижения школы-интерната в Кыргызстане, педагогу от Бога, кардинально изменившему судьбу многих своих воспитанников Шаршенбаю Акматову, в этом году исполнилось бы 82. В год труженика мы вспоминаем о нем как о яркой, неординарной и творческой личности, о педагоге, внесшем огромный вклад в развитие и укрепление системы народного образования в Кыргызстане. Наш фильм – это воспоминания его благодарных воспитанников и учеников, его детей и внуков. Всей своей короткой, но яркой жизнью воспитателя, педагога, труженика и отца он заслужил то, о чем сегодня говорят знавшие его люди. Ал кишилер ошол убакта биз үчүн бир асмандагы жылдыздай болгон адамдар эле. Эмне үчүн дегенде алардын баскан турганы, кийингени, сүйлөгөн сөздөрү. Шаршенбай Акматов преподавал кыргызский язык и литературу. Он был нашим кумиром. Мы хотели быть похожими на него. Нам нравилось, как он одевался, его манера разговора. Авторитет учителя был очень большой, поэтому мы вовремя выполняли его задания. Я никогда не получал двойки, и даже на улице мы старались быть прилежными. Эти люди воспитывали нас на личном примере. Директор фонда, член-корреспондент Академии наук, посол, заслуженный архитектор, кандидаты и доктора наук, народные артисты. Всех их объединяет одно – это все ученики педагога-просветителя Шаршенбая Акматова. Акматов Шаршенбай Акматович родился 23 октября 1931 года в селе Турасу Тонского района Иссык-Кульской области в семье сельских активистов Акмата и Джанбюбю Алкучуковых. Окончил 8-летнюю школу в селе Турасу и продолжил обучение в средней школе села Тюрткуль. Служил в военно-морском флоте СССР. После окончания службы в 1951 году поступил на отделение кыргызской филологии Национального университета, которое окончил с отличием в 1955 году. Трудовая деятельность Шаршенбая Акматова и его супруги Советкан Байсаловы, выпускницы исторического факультета Женского педагогического института, началась в средней школе имени Горького в селе Бакамбаево. Скучная жизнь простого сельского учителя, очевидно, никак не подходила творческой натуре Шаршенбая Акматова. Поэтому здесь, в рядовой школе, помимо непосредственной просветительской деятельности, он активно занимался изучением проблем повышения эффективности образовательной системы. Он начал разрабатывать и внедрять новые методы обучения, которые публиковал в «Учительской газете». Его новаторские подходы к обучению заметно отражались на знаниях его учеников. Агай, биз 9-чи класс окуватканда бизге келип мугалим болду кыргыз тил адабият сабагынан. Шаршенбай Акматов старше меня на 10-12 лет. Когда я учился в 9 классе, он впервые пришел в нашу школу как учитель родного языка и литературы. Его уроки были особенными. Ученики сидели тихо. Он очень доходчиво объяснял тему. Через год стал директором. Сегодня нет таких директоров. Он болел душой за каждого ученика. А при выдаче аттестатов звал родителей и каждому давал характеристику, говорил о достоинствах ученика. Благодаря ему я поступил на исторический факультет. Тогда это было престижно, и моя карьера пошла вверх. Вырос от простого учителя до замначальника Тонского РУВД. Удивительный дар Шаршенбая Акматова распознавать способности учеников положительно сказался на судьбах многих его воспитанников. Чуткий педагог мог разглядеть еще неосознанные предпочтения и наклонности, таланты, перспективные возможности своих учеников. Одним из них был и Сабырбек Байымбеков. Он с детства мечтал стать художником, но по совету своего педагога поступил на архитектурный факультет и не ошибся в выборе своей профессии. Мурунгорки атында мектеп болчу. Шаршенбай Акматов в 1972 году построил среднюю школу имени Горького. Сам следил за ходом строительства, контролировал ремонт, уборку и помогал строителям. В то время построить такую школу с актовым и спортивным залами, наверное, было нелегко. Даже не представляю, сколько документов и разрешений ему пришлось собрать. Но он построил, и эта школа останется на всю жизнь.
Сколько поколений отучилось здесь. Тогда это произвело на меня сильное впечатление. И я тоже ходил рядом. Я ему говорил, что хочу стать художником. Но он направил меня в архитектурный. И знаете, потом я спроектировал 18 таких школ. А все потому, что у меня в памяти осталось строительство нашей школы. Я с уверенностью могу сказать, это был выдающийся человек в области образования. Он укрепил материально-техническую базу школы имени Горького, но, к сожалению, умер в самом расцвете сил. Шашинбай Агай мечтал вырастить образованную молодежь и профессиональные кадры этой местности. Қараңғыда келіп, ар бір класқа көріп, ұшы қандай жылы отат? Кластар қандай жылы отат? Мы даже не знали, что он болел, ведь он не жалел себя. Зимой по ночам он приходил в школу, чтобы проверить, хорошо ли она отапливается. Он хотел, чтобы ученикам было тепло, и они могли хорошо учиться. Будучи директором, он проявил себя как талантливый организатор или, говоря современным языком, как эффективный менеджер. Именно в годы работы Шашинбая Акматова средняя школа в селе Бакамбаево стала одной из лучших в Иссык-Кульской области. Ее ученики занимали первые места в областных и республиканских олимпиадах. По сравнению с другими средними образовательными учреждениями, здесь было больше золотых и серебряных выпускников. Золотой век школы имени Горького связан был прежде всего с сильным педагогическим коллективом. Главным критерием отбора учителей был тот же дар Ахматова – распознавать людей, чутью не только на профессиональных, талантливых и вдумчивых педагогов, но и на добросовестных и порядочных людей. Балдарды алып келіп, қыздарды көбінше осы жерден мектепте ошончолық күшті мұғалімдер. Только сейчас мы понимаем, что тогда он собирал молодые кадры, сам воспитал их и создал сильный коллектив. По всем предметам педагоги были сильные. В 60-е годы был поток молодых кадров регионы, учителей и врачей. Именно благодаря им мы стремились к науке и знаниям. В конце 60-х многие из нашей школы закончили золотыми и серебряными медалями. Это было сильное поколение. Сегодня эти выпускники – доктора наук, народные артисты, заслуженные работники культуры и просто трудолюбивые люди. И все это заслуга Шашинбая Акматова. Мы с Шашинбаем Акматовым вместе работали в 70-е годы. Он всегда был в школе. Я даже не знал, в какое время он обедает. Тогда не хватало книг и много чего. Но так как были жесткие требования и порядок, мы все успевали. Он не оставлял нас в покое. Учителя ходили к родителям детей, узнавали, есть ли в доме условия для учебы, стол или настольная лампа, то есть тесно работали с родителями. Он был очень трудолюбивым, пунктуальным и того же требовал от своих подчиненных учителей школы. Школа была рядом с его домом, и основное время он проводил там. Поэтому педколлектив был дисциплинированный, и все его уважали. В этом же коллективе трудилась и его супруга, скромная учительница Советкан Байсалова, которая во всем поддерживала своего мужа. Дома она была идеальной хозяйкой, а в школе добросовестным и требовательным педагогом, говорят ее воспитанники. С Советкан Байсаловой связаны практически все успехи в работе Шашинбая Акматова. Она была надежным тылом. Любящая жена умела вовремя поддержать мужа, ненавязчиво и тихо посоветовать. Она знала все его потребности и потому старалась создавать максимально возможные по тем скромным временам условия для творческой работы. Советкан Эдже была нашей классной руководительницей с 6 по 10 класс. Она относилась к нам как к своим детям, переживала за каждого ученика. Советкан Эдже говорила, чтобы мы учились хорошо и не подводили ее. Мы тогда ее не понимали, оказывается, она не хотела подводить своего мужа, директора. Советкан Идей – наша дальняя родственница. Я, конечно, не хочу хвалиться, но думаю, что успехи Шашинбая Акматова как на просветительском поприще, так и на партийной службе также зависели от понимания и поддержки жены. Шашинбай Агай очень талапты жақсы қойған.
Адам Больцев. Я долгие годы работала с Шаршенбаем Акматовым. Он был очень требовательный. Заходил на уроки и делал иногда замечания. Савит Каныдже тоже была хорошим человеком. Мы дружили с семьями, вместе отдыхали, куда-то ездили. Это были хорошие, благородные люди. Одной из ярких страниц в биографии Акматова стало основание школы-интерната в селе Каджисай Томского района в 1958 году. Обучение в ней проводилось на русском и кыргызском языках. Специализированное учебное заведение в дальнейшем было удостоено заслуженных наград в области народного образования. Воспитанники интерната принимали участие во всесоюзных школьных олимпиадах. Особое внимание в каджисайском интернате уделялось техническим предметам и точным наукам. Несомненно, тогда это был осознанный выбор руководителя интерната, ведь научно-техническое развитие республики, строительство каскадов ГЭС, рост промышленности, активизация сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли – все это было отличительной приметой республики в 60-е и 70-е годы. Потребность народного хозяйства в специалистах технического профиля, в научных кадрах в области математики, физики, химии, биологии в эти годы была особенно высока. Умение Шаршенбая Акматова предвидеть такие потребности и заблаговременно задать нужное направление в школьном образовании вряд ли можно назвать случайным совпадением. Она завод штепкалды. Она нашел жерге интернат ачылып, анан Томрайон территориясы чачкын жер. Ошол жерден туш-тушактан келген чабандын балдары, дыйкандын балдары жерге чогулуп келип ажан. Тогда Каджисай был на московском обеспечении. Там открыли заводы. В интернате обучались дети чабанов, автодорожников и многодетных семей. Там все было организовано на высоком уровне. Специальная одежда, трехразовое питание. Молодой организатор стал сразу директором, и при нем интернат расцвел. Глеген интернат парале, жаңгыз тоң районы боюнча. Жерден жаңгыз эле тоңдук эмес, көп жердин элдери келип неметкен жакшы жер эле да. Учиться в интернате стало престижно, понимаете? Все хотели отдать своих детей туда. Надо было закрыть хвостохранилище и продолжать разрабатывать промзону. Шахты затопили. Если помнить былую славу, то обидно видеть заброшенную школу. В конце 60-х Шаршенбай Акматов тесно сотрудничал с профессорами Национального университета Кириши Иманалиевым и Токтосуном Акматовым. С целью повышения квалификации учителей сельских школ проводили совместные курсы и семинары. Вот эти системы лицеев и питаться одновременно, учиться, то есть это дети дорожников, этих, они были уже давно внедрены. И по этой методологии он очень много научных работ написал. И апробацию он делал в Сухуми, в Ташкенте. В Ташкенте, например, он был все время связан с профессором Шалва, который вот 6 лет он учил, такой знаменитый. И всегда говорил, бросай и едешь в институт педагогических. Ну, здесь был институт педагогических, академия. И говорит, вы просто, говорит, но он не мог бросить. Я, говорит, должен довести. Брал такую вот школу, там ни сметы, ничего нет, он убегал эти школы. Шаршенбай Акматов взращивал своих подопечных не только стремление к науке и любовь к труду. Он сеял в их души, как в благодатную почву, семена доброты, порядочности и честности. Эти качества не просто прививались подопечным, они закреплялись личным примером. В поисках материала к нашему фильму мы встречались с очень многими людьми, которые близко знали Шаршенбая Акматова. И все они вспоминали в первую очередь его человеческие качества. Чем ближе мы его узнавали, тем более становилось понятно, что желание этих людей отнюдь не безосновательно. В 70-е годы Агай предложил мне стать пионервожатой в школе. Потом он направил меня в женский педагогический институт. Окончив его, я стала учительницей и проработала в школе 35 лет. Если бы не Шаршенбай Агай, я бы осталась простой сельской жительницей. Но благодаря ему я присоединилась к интеллигенции. Сегодня я могу гордиться, что не зря прожила жизнь и дала детям образование. При этом стала уважаемой. В 1964 году мери билип калдым десем болот да. Анткени ошол жылы Кыргызстан мамлекеттик университетин жаңы бүтүрүп келип, могу тоолуу жерде, Тоо айылында Көксай деген
1964 году я только что окончил институт и работал в средней школе Селакоксай. Однажды нам сказали, что едет проверка из района. Оказывается, это был Шаршенбай Акматов. Он приехал один, такой скромный. Начал проверять документацию. Мы тогда с ним разговорились, и он начал расспрашивать меня. Я рассказал, что являюсь выпускником Национального университета, членом КПСС. Тогда он сказал: «Ты пока поработай, а потом посмотрим». Через год район отделился от Жетыгуза, и в один прекрасный день мне сказали, что в районном партийном комитете Горбюро нужны молодые кадры. Я поехал, и меня назначили первым секретарем райкома комсомола. Оказывается, меня рекомендовал Шаршенбай Акматов. У него всегда была правильная и грамотная речь. Он был сильный филолог и требовал от учеников говорить на чистом кыргызском языке. Предупреждал, чтобы мы не добавляли русские слова. Он был всего на 8-9 лет старше меня, но я смущался его как своего отца. Шаршенбай Акматов все свои назначения, свою деятельность на высоких партийных должностях расценивал только как очередную возможность для совершенствования системы народного образования. Он работал на износ и практически не давал себе передышки. Зная, что то, что должен сделать он в этой жизни, никто другой делать не будет, это было осознанное решение, органично сочетавшееся с его деятельной, неуемной и творческой личностью. Активная научно-педагогическая деятельность, насыщенная организаторская и партийная работа отнимали много сил. В 1975 году Шаршенбай Акматов ушел из жизни. Ему было всего 44. За свои 35 лет Алыкул Осмонов написал столько, что иным поэтам и за 100 лет не сотворить. Его поэтическое наследие до сего дня не изучено и не исследовано до конца. Значит, дело не в возрасте, а в том, как ты прожил годы, отпущенные тебе судьбой. В том, что ты успел сделать в этой жизни и какой след оставил после себя. В этом смысле Шаршенбай Акматов сродни таким людям, как Алыкул Осмонов и другим известным личностям, наследие которых и сегодня продолжает работать во славу народа и страны. Вероятно, мои родители успели заложить, обычно все закладывается до 12 лет, видимо, успели заложить. Вот это вот отношение к труду мы видели, да? Отношение к работе мы видели, ответственность увидели. И поэтому как-то ни один день он не присутствовал, нету такого, чтобы он не присутствовал в нашей жизни. Многие ученики стали педагогами. У него был высокий интеллект. Своих детей он тоже очень хорошо воспитал. Пример Шаршенбая Акматова отца не давал детям расслабиться ни на минуту. Многие из них окончили школу с отличием. Все шестеро детей получили высшее образование и стали профессионалами своего дела. Кто-то стал медиком, кто-то пошел по стопам отца, а кто-то стал предпринимателем. Я был бесконечно горд тем, что мои родители были учителями, но это была большая ответственность. Мы обязаны были быть идеальными учениками, чтобы никто не мог сказать что-то плохое в адрес наших родителей. Кто-то говорил, что мне могут просто так поставить хорошую оценку, но мы-то знали, что это не так. Я никогда не получал двоек. Не то сразу бы сказали. Сын директора и учительницы получил двойку. Вот этого я боялся больше всего. Страх бросить тень на доброе имя родителей присутствовал у Акматовых всегда. Это чувство помогло им стать более дисциплинированными и, несмотря на раннюю смерть отца, добиться высокого и стабильного положения в обществе. Сегодня воспитание детей на примере дедушки Шаршенбая Акматова стало доброй традицией. Для меня учитель – это святой человек, потому что его труд огромен. Я своему сыну сказал, что его дедушка был выдающимся педагогом, великолепным управленцем с высокими морально-нравственными принципами, и ты должен быть таким. В этом году мне исполнится 50, а моему отцу было 44 года, когда он умер. Он ушел слишком молодым, но он прожил достойную жизнь. Я уже много лет живу на Сахалине. Мой сын пошел по стопам деда. Он окончил Южно-Сахалинский педагогический институт и сегодня преподает в институте японский и английский языки. Видимо, гены дедушки проснулись в нем. 12 внуков у него, двое в Южно-Сахалинске, один Южно-Сахалинский университет закончил, ну, такой востоковедение закончил, и вот у него задатки оказались. Двое славянские, один американский, то есть все они, у них стремление к учебе очень такое.
И когда у меня сноха приехала из Нижней Сахалинска, она сказала, он как дед, говорит, он так может преподавать, у него такой дар педагогический. Ну, вот дар педагогический у нас, Гули тоже наши. То есть они как-то, у них стремление, они гордятся. Гордятся, что они внуки, когда их это... Вот, Шашинбай Невереси говорит, это... Постоянно вот какую-то ответственность они тоже чувствуют. Наш дедушка для нас идеал. Он работал, не покладая рук, и сделал много хорошего для людей. Нам с детства говорили, чтобы мы хорошо учились и стали такими, как наш дедушка. Шашинбай Акматов – это мой дедушка. Мы много говорим о нем в семейном кругу. Больше всего умиления у родственников, у коллег и учеников Шашинбай Акматова вызывает его внучка Назгуль, которая, как две капли воды, похожа на своего дедушку. Назгуль по образованию политолог. Сегодня она работает в международных проектах. Я всегда хочу быть ответственным, таким же умным, достойным человеком, как мой дедушка. И я на сегодняшний день я очень стараюсь и хочу последовать его путь и хочу продолжить его академическую деятельность. Авторитет педагога в становлении личности, в его духовно-нравственном развитии несравним ни с чем. Личный положительный пример и добросовестный труд наставника способны выковать из ребенка полноценную и гармоничную личность. Но это титанический труд, который невозможно оценить сразу, как невозможно в одночасье посчитать его результаты. Но Шашинбай Акматов не думал об оценке его труда, не думал о количественных итогах. Он думал и мечтал о прекрасном будущем. О том времени, когда в Кыргызстане все молодые люди будут образованными, высокоинтеллектуальными и профессиональными специалистами, когда каждый из его учеников сможет нести свою достойную лепту в общее дело процветания страны и народа. Для этого он, не жалея себя и своих коллег, пытался создавать в школах реальные условия для формирования творческой личности. Личности здоровой и духовно, и физически. Личности, способной успешно адаптироваться к динамичным социальным условиям и сознательно реализовать себя в разумной человеческой деятельности, отвечающей национальным идеалам и общечеловеческим принципам.